Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 5, упражнение номер 6. В этом упражнении мы должны сравнить числовое выражение и число. 5 плюс 2 сравниваем и 8. Для начала находим значение числового выражения. 5 плюс 2 равно 7. 7 меньше, чем 8. Поэтому 5 плюс 2 меньше, чем 8. 9 минус 3 и 6. Находим значение выражения 9 минус 3. Это равно 6. 6 равно 6. Значит, 9 минус 3 равно 6. 9 минус 1 и 7. 9 минус 1 равно 8. 8 больше, чем 7. Поэтому 9 минус 1 больше, чем 7. 7 минус 2 и 4. 7 минус 2 равно 5. 5 больше, чем 4. Поэтому 7 минус 2 больше, чем 4. 6 плюс 2 и 7. 6 плюс 2 равно 8. 8 больше, чем 7. Поэтому 6 плюс 2 больше, чем 7. 7 плюс 3 и 10. 7 плюс 3 равно 10. 10 равно 10. Поэтому 7 плюс 3 равно 10. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.